Всем привет! С вами интернет-магазин Stalker Shop, и сейчас мы рассмотрим горный австрийский оригинальный рюкзак. Я его немного заполнил, тем самым вы можете видеть приблизительно его размер. Достаточно широкий, приблизительно литров на 40, может чуть больше. На передней части видим карман, которые застегиваются при помощи стропы и металлического карабина. В принципе, все крепления здесь застегиваются при помощи таких металлических карабинов. Просто продевается стропа, и все достаточно хорошо фиксируется. А кончик убирается в кольцо. Карманы снабжены отверстиями для слива воды. Два кармана по бокам. С одной стороны. И точно такой же карман с другой стороны. Сверху ручка для переноски. Верхний клапан застегивается тоже при помощи строп, которые пропущены в специальные петли, и застегиваются на те же металлические крепления. Стропа достаточно длинная, при желании ее можно просто выстегнуть из петли, сюда положить либо спальник, либо пенку, либо какое-нибудь другое снаряжение и просто утянуть его стропой. Остаток убирается в два кольца пластиковых. Снизу никаких дополнительных строп нет. Теперь по внутреннему отделению под клапаном мы видим объемный вещмешок. Он регулируется в двух местах. Снизу при помощи шнурка можно утянуть и сверху тоже при помощи шнурка. Большое внутреннее отделение с прорезиненным дном. Внутри небольшой отсек для того, чтобы можно было разделить какие-то вещи. Он застегивается тоже при помощи такого металлического крепления, как и весь рюкзак. Рассмотрим лямки. Они здесь отстегиваются для того, чтобы их прикрепить. Здесь очень много различных карабинов. Как правильно их прикрепить? Верхние крепления мы цепляем к верхним металлическим кольцам и застегиваем. Нижнюю часть лямки крепляем к нижней. И тем самым наш подвес готов. Для чего нужны остальные? Они используются для крепления подсумков, либо крепления непосредственно рюкзака на австрийский пистолетный пояс. Есть багажная сумка для этого рюкзака и пистолетный ремень. Можно закрепить дальние лямки на багажной сумке и передние лямки на пистолетном ремне для более удобного ношения. Таким образом, рюкзак вместе с нижней сумкой готов. Либо, если же у вас нету багажной сумки, вы можете все оставшиеся ремни закрепить на поясе, либо просто убрать их. Так это все выглядит. Более подробный обзор на саму багажную сумку вы сможете увидеть, пройдя по ссылке под видео. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До свидания.